25 июля в Вьентьяне состоялась трехсторонняя встреча между министром иностранных дел КНР Ван И, заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаоса Салимсаем Акамаситом и главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе встречи Ван И подчеркнул, что три страны являются развивающимися экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона и конструктивными силами, способствующими региональному миру и развитию. Он также напомнил, что Китай, Россия и Лаос в свое время председательствовали в международных организациях ШОС, БРИКС и АСЕАН соответственно. Укрепление сотрудничества между тремя странами не только способствует защите общих интересов, но и посылает четкий сигнал об единстве и сотрудничестве между странами Азиатско-Тихоокеанского региона в целях содействия региональной безопасности, стабильности и процветанию, добавил глава МИД КНР. Салимсай, Акамасит и Сергей Лавров, в свою очередь, согласились с мнением Китая по поводу международной и региональной ситуации, отметив, что позиции и взгляды трех государств по важным вопросам во многом совпадают, и что трехстороннее сотрудничество принесет благополучие народам Китая, России и Лаоса.